Привет! Продолжаю выкладывать все самые эффективные народные рецепты против алкоголизма. У меня на канале собралось уже довольно большое количество данных рецептов. Все они будут по ссылочке в описании. Там будет одноименный плейлист и постоянно будут прибавляться рецепты. Их будет не менее 10. Перейдите в плейлист, просмотрите все рецепты, выберите себе 1-2 рецепта и начинайте работать. Итак, покупаем, достаем в интернете, заказываем у травников. Такое растение, называется оно плаун-баронец. Вот так оно выглядит. Это очень сильное и, можно сказать, древнее средство. Использовали его на Руси в 18-19 веке. Особенно в селах очень часто использовали. Берем 10 граммов высушенного растения плаун-баронец и будем сейчас делать отвар. Нам необходима также небольшая кастрюлька и 200 миллилитров воды. Осторожно подогреваем до кипения. И очень осторожно, чтобы ничего не булькало и не переворачивалось, на пределе закипания кипятим нашу травяную смесь. Кипятим ровно 5 минут. Потом все отставляем, закупориваем, хорошо обматываем и 1,5 часа все должно хорошо настояться. Далее все идеально фильтруем через 10 слоев марли. Данную смесь желательно употреблять свежей. Хранить в холодильнике не более 2, максимум 3 суток. Потом необходимо, если такая надобность есть, заново готовить данный отвар. Как правильно работать с данной смесью? Ну, желательно, чтобы человек сам хотел бросить пить. Первый раз начинаем с 30 мл и смотрим, как человек себя будет вести. Потом ждем примерно 1,5 часа и принимаем свою любимую водку. Ну, в небольших количествах. Где-то 50 миллилитров. В общем-то, можно дальше ждать. Начинается такая обратная реакция. Сначала тошнота, потом рвота. Рвота может продолжаться довольно значительное время. И она может быть и 3, и 4, и 5 раз. Все, на сегодня достаточно. Делаем небольшой перерыв, ну, например, один день, через день. Повторяем данную процедуру. Смотрим по реакции, что было в первый день. И регулируем вот это количество нашего средства. Первый раз мы брали 30 мл. Если все было очень сильно и вообще невыносимо, можно второй раз уменьшить до 20. Если не хватает, в общем-то, не сильная была тошнота, не сильная рвота, можно добавлять 40-50 мл и даже дальше этого нашего отвара. Можно так продолжать до результатов, примерно до 10 таких сеансов. Ну, если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!